Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня предлагаю вам приготовить такой красивый праздничный салат. Салат с сыром Филадельфия или ленивые суши. Салат получается очень вкусным. Если вы будете его еще кушать соевым соусом, это вообще божественно. Всем понравится, поэтому приготовьте, удивите своих родных и близких. Для приготовления вкусного салата нам понадобится красная рыба 300 грамм, семга, форель, лосось, что любите, слабосоленная, сливочный сыр по типу вот Филадельфии или еще можете какой-то взять, грамм 200, если возьмете 250, будет только вкуснее, ну у меня вот 200 грамм, это тоже будет хорошо. Огурчик один зеленый, один крупный, или вот если у вас небольшие огурчики, берите 2. Петрушка, это вот по желанию, если хотите, добавляйте, хотите, не добавляйте. Вместо петрушки можно взять зеленый лучок. И нам нужно будет отварить рис, 250 грамм, обязательно круглозернистый, не длиннозернистый, только круглозернистый. И для того, чтобы отварить, нам нужно будет 400 мл воды обычной. И мы будем заправлять наш готовый уже рис такой вот заправкой. Здесь у меня 4 столовые ложки лимонного сока, 1 полная столовая ложка сахара, пол чайной ложки соли. Лимонный сок можно заменить на 2 столовые ложки уксуса 9%, тоже будет хорошо. И еще нам нужно будет авокадо, одно крупное или 2 вот таких небольших, как у меня. Вы выбираете авокадо, обязательно спелое. И нужно обязательно авокадо, как всегда, полить немножко лимонным соком, чтобы он не так темнел. Готовим! Сначала нам нужно отварить рис. Рис берите круглозернистый, мы берем кастрюльку с толстым дном, отправляем сюда весь рис, добавляем воду, ставим на огонь вначале вот сильный и доводим до кипения. Потом уменьшаем огонь до медленного, вот у меня 11 максимум, я буду до 4. Накрываем крышкой и варим где-то 10-15 минут. Потом я вам скажу, что нужно делать. Вот рис у меня поварился где-то минут 13, ну у всех плиты разные, может понадобиться и больше, на медленном огне обязательно. Сейчас я вот накрываю бумажным полотенцем, 2 или 3 штучка берите, вот так накройте и накройте крышкой, чтобы ушла лишняя влага и немножко он еще, вот снимаем с огня, доготовился вот так. И убрать лишнюю влагу, для этого нам нужны бумажные полотенца. Оставляем где-то на 10-15 минут. Сейчас готовим такую вот заправку к нашему рису. Мы отправляем в лимонный сок весь сахар. Здесь у меня 1 полная столовая ложка. И соль, пол чайной ложки. И просто вот вилкой перемешиваем. Рис у нас постоял 15 минут. Сейчас я его переложу в другую емкость, чтобы он быстрее остывал. И сразу же добавлю нашу вот эту заправочку, что мы, и перемешиваю вилкой. Смотрите, у вас рис должен быть такой, что вот очень пристает к рукам, вот такой липкий. Это нормально, это так и должно быть. Пока остывает наш рис, нам нужно подготовить все остальные ингредиенты. Нарезаем небольшим кубиком огурец, его ничем не солим, небольшим кубиком рыбку красную, очищаем и нарезаем небольшим кубиком авокадо. Авокадо нужно полить вот 1-2 столовые ложки лимонным соком и перемешать, чтобы он не потемнел. Сейчас мелко рубим нашу петрушку. Как я уже говорила, можно заменить на зеленый лучок. Это элемент декора будет, поэтому можете использовать, можете не использовать. Рис у нас полностью уже остыл. Половину мы откладываем в другую емкость и добавляем петрушечку и перемешиваем. Можно ложкой, можно вилкой. Сейчас можем уже формировать наш салат. Я сливочный сыр весь переложила в кондитерский мешок. Если нет, можете использовать пакет полиэтиленовый плотный и отрезать краешек. Или же можно просто выкладывать ложкой. Просто я вот так заметила, что когда кондитерским мешком, расход идет как-то меньше и более удобно распределить его равномерно. Поэтому у меня будет так, вы можете ложкой. Если вы будете выкладывать ложкой, визуально разделите сливочный сыр на 4 части.
Можно делать этот салат в глубокой салатнице, берите прозрачно, чтобы видно было шары. Я люблю этот салат делать в виде тортика, тогда четко все шары видно. Можно для вот, удобства вынимания, можно смазать форму растительным маслом. Но если вы будете хорошенько прижимать шары по краям, вы и так сможете спокойно вынуть. Сейчас мы на низ выкладываем наш рис с петрушкой и потом тонкий слой сливочного сыра. Сейчас половину нашей рыбки. Сейчас немножко совсем сливочного сыра. Все огурцы. Сейчас весь белый рис. Шар сливочного сыра. Нам нужно его разделить вот на две части еще. Отправляем все авокадо. Остаток весь нашего сливочного сыра. И сейчас отправляем всю нашу рыбку. Салат мы сделали, его можно сразу кушать. А можно, как вот я, положить в холодильник на час, чтобы дать ему пропитаться. Все ингредиенты соединятся, он будет только вкуснее. Но можно и сразу кушать. Вот такой чудный салатик мы сегодня приготовили. Всем советую приготовить, он очень вкусный. Если вы будете его кушать соевым соусом, это поистине настоящий праздничный салат. Спасибо вам большое, что смотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Если вам это видео понравилось, жмите лайк и напишите мне, понравился ли вам этот рецепт. Спасибо вам. Пока-пока.